Итак, всем привет. Сегодня будем играть в игру под названием Такайт, что в переводе означает воздушный змей. Игра 2012 года, но почему-то в Steam доступна стала только сейчас. Анатэ Студио. Легкая. Используйте левую кнопку мыши, чтобы перемещаться и взаимодействовать. Чтобы открыть инвентарь, переместите курсор к верхнему краю экрана. Чтобы использовать предметы на активных объектах или персонажах, просто перетащите их мышью на объект. Игра сохраняется автоматически. Как я понял, играем вот за эту девушку, у которой есть сынок. Что-то он вообще слишком маленький размер, как новорожденный прям. Так, мы играем за Марию, а Олег где тогда? Что такое? Уже не выделяется. Шкатулку взять нельзя. Что тут еще можно? Поговорить с сыном, наверное. А, телевизор включить. Баночка какая-то. Банка варенья. На дне есть еще немного. Да, нормальная подставка для баночки с вареньем. Телевизор. Какой-то странный канал. Какие-то модели из Playboy, новости и машины, политики. И все в одном. Ладно, выключу. Чтобы ребенок не пудрил все мозги телевизором. Какой-то он грустный играет в машинке. Спросим, как у него дела. Мой сын. Мой смысл жизни. Как ты, Андрюшенька? Очень кушать хочется. Можно мне что-нибудь поесть? Боже, что же мне тебе дать? Совсем нет ничего. Так, надо ребенку покушать найти. Кусочек хлеба. Так, если взять варенье и хлеб. Да, намазал на хлеб варенье. Теперь можно дать сыну покушать. Спасибо, мам. Ну и что нам дальше делать? Непонятно. А, вот. Это, наверное, Олег пришел с работы. Странно, почему у Олега нету ключей? Он, наверное, пьяный, скорее всего. Какой-то сердитый Олег. А, новая работа, он только устроился. Как всегда, плохо. Что же делать теперь? У нас нет даже чем ребенка накормить.
То есть он не нашел работу, что ли? Воздушный змей. Любимая игрушка Андрюши. Значит, самой надо идти работать, раз муж не может найти работу. Так, муж пришел, значит, он куда первым делом? На кухне, наверное. А, о. Денег нет, а на бутылочку всегда найдется. Что ты делаешь? Маша, не выводи меня. С проблемами надо бороться, а не прятаться за бутылкой. Я не справляюсь, возможно, меня уволят, козлы. Этот грёбаный тест, грёбаная цифра, ненавижу свою работу. Интересно, кем он работает? Чё за цифры? Учитель математики? Или программист компьютерных игр? В кармане что-то есть, похоже на лист с цифрами. А вот 667. Ну сколько еще надо найти? Вот 19. Ничего себе. Сколько тут их вообще вариантов-то? Двадцать не получится. А вот 8, 3, 8. Наконец-то. Так, наверное, нужно ее отдать мужу Олегу. Ничего себе, отлично. Не пей больше, пожалуйста. Да заткнись. Поставь на место. Да, жесткая игра. Что ему отдать? Холодильник? Нет. Вылью. Что ты делаешь, дрянь? А, ты что делаешь, дрянь? Там начинаются ссоры, побои. Видим, как мучается, страдает ребенок. Так что, дорогие родители, никогда не пейте, не ругайтесь и не деритесь. Все это можно сказаться на детях. И походу Андрюша уходит из дома. Или просто гуляет. Забрал своего воздушного змея и ушел. Да, тут и одежде досталось, которую стирала. Так, ну тут больше ничего нет, наверное. Олег тут футбольчик смотрит. А тазик у нас появился.
Так, и что, мы будем опять стирать одежду? Или что? У нас появился тазик с водой. Так, этот тазик, это, я думал, пластмассовый тазик. Газовая плита, а, зажечь надо. Не электрическая. Будем готовить воду с солью или с чем? Просто воду. Но там все так же пусто. Да, неразумно, а что делать? Так, есть кипяток и пассатижи, но... Почему у меня не получается кипятком? А, вот, открыл так. Все понятно. Теперь у меня есть нож. Я надеюсь, тут поножовщины не будет. Да блин. Наконец-то. Нужно найти щель. Женщина говорит, нужно найти щель. Где же тут щель? А если сковырнуть? Нет. Щель под полами. Нифига на разумист. Не по годам. Ну вот. Мешает смотреть футбол. Так, ну нож, я надеюсь, не пригодится нам сейчас. Как-то его надо отвлечь. Так, тут дальше проходов нет. Как отсюда выйти? А, вышло что-то странно. Сначала не выходило. Какая-то коробочка. Да, подъезд прям как у меня. Так, а тут, наверное, где-то 23-й, наверное, живет Ванамас. Это его хейтеры разрисовали подъезд. Так, 22-я квартирка. Очень интересная надпись. Я бы туда зашел. Но, к сожалению, игра не позволяет этого. Так, это что такое? Какая-то доска, что ли? Ух ты! Вот эта компания тут сидит, типичная, в падике. Так, я бы вообще с ним не разговаривал даже. Подозрительные личности, лучше держаться подальше от них, но я согласен. Если бутылку забрать. Кнопка лифта вырвана с проводами стены.
Опа. Какой Боров сидит. Похож на этого, джентльмены удачи. Который говорит там, я тебя моргал выкулю. Леонов. Извините, как мне попасть на крышу? Зачем тебе на крышу? Да, нормальный вопрос. М, надо мне. Суицидница. Я люблю курить на крыше и не угостить. А, не угостишь сигареткой? Нет, я не курю. Жаль. Коробочка какая-то. Так, слишком тяжелые ящики. Ну, мужик, помоги. Да, блин, это уже был вопрос. Алло, игра. Ножичком не сковырнуть? А, она даже пройти, что не может? Ну-ка. Не может. Да, щипать из нее не выйдет. Пойдем посмотрим другие этажи. Так, две коробки. А вот еще какая-то коробка. Какой-то китаец сидит. Хотя это, наверное, не китаец. Скорее всего, это вообще СНГ. Какой-то азиат. Здравствуйте, не одолжите мне сигаретку? Угостите дамы с сигареткой. Хорошей девушке не подобает курить. Да это я не себе, это знакомому, ну конечно. Хм. Если ты мне его покажешь, то может быть я и дам тебе сигаретку. Странные условия. Что, мне идти за мужиком, что ли? Ну, должна идти найти сына, так иди. То есть она думает, что сын пошел на чердак играть с воздушным змеем. Чердак, который, ну, не чердак, крыша, которая закрыта. Как же он туда пробрался? Ух ты, какая киса. Кис-кис-кис. Ничего себе. Она обладает телепортацией? Так, еще дерево. Здесь сидела кошка. Понятное дело, сидела, только как она там очутилась. Киса. Да киса, ты чё? Убегаешь от меня. Блин, ну хотя бы сделали какую-нибудь анимацию, а не так просто телепортация. Так и она опять сделала. Да ну её. Если ящик туда. Нет. Ну что, он не угостит сигареткой, что ли? Ладно, уйду вот те. Вот 23-я. Здравствуйте, вы можете мне помочь? Зашла к соседке. Да, тут, оказывается, у него на Мацу живет. И без тебя проблем хватает. Нифига, добрая соседка. Ну, это точно Россия. Так, 21-й это... квартира Марии. Так.
только если кошку поймать в коробку. Сюда. Блин, ты не к этому деду. И туда. Нет, она так не думает. Да, на кошках потренируйся. Теперь куда кошка денется? А, вон куда. По-любому что-то с этим мусопроводом. Во. Теперь надо фотку сделать еще раз. Она его уже там достала фотографировать. Наконец-то есть фото. Теперь этому азиату надо передать. Блин, зачем я с ним опять говорю? Есть папироска. Теперь идем к этому Борову. К доценту. Доценту нужно папироску. Опа, благодарочка. Чуть не пойму, это у доцента косичка, что ли, сзади? Так, и мужик смотался, или он туда полез? Красиво. Романтика, прям как у меня из окна. Так вот и найдет нового себе мужа, пока тот футбольчик смотрит. Так это не наша антенна. Это наша антенна? А, сейчас мы ему испортим футбол смотреть. Так, нужно теперь отвлечь не только мужа, но и мужика вот этого. Так, поняли, что у него есть машина какая-то, нужно, может, сигнализацию там включить. Так, если ту соседку замучить, она вызовет милицию, и вот эти гопники уйдут оттуда. Так, вот машина. Пнули машину. И в кусты. Так, мужик вышел. Какая умная женщина. А вот это воздушный змей-то. Так, вот это, по-моему, антенна. Так, нужен инструмент.
О боже, воздушный змей, это, наверное, Андрюша. Андрюша улетел. Вот и Олег пришел. Что ты задумала? Ты, черт возьми, что о себе возомнила? Блин, как он это прям быстро прибежал так. Антон поправлять. Олег, пожалуйста, успокойся. Наш ребенок на улице сейчас. Один. Ты мне будешь указывать, что делать? Это ты во всем виноват. Офигеть, блин. Что же ты за человек? Тебе на все наплевать, даже на собственного сына. Надо думать, за кого замуж выходишь. Лучше проверять. Нифига, сейчас по ножовщине тут будет. Нет. Жесть. Такая жесткая игра. Блин, ну это вообще печально. Не ожидал я такого. Какого моего сына, блин, убийство? Блин, ну все равно таким методом нельзя решать. Блин, а можно было как-нибудь без этого, без поножовщины? В смысле, что за баг? Офигеть. Их уже двое. Точно джентльмены удачи какие-то. Так что не так уж и печально это все, там бесконечные мужья у нее. Клонируются и клонируются. Второе убийство. Но труп один. Интересно, если сейчас еще раз так появится. Вот это баг. Да. Вот это разработчики игры. Не могли убрать такой баг. Бесконечное убийство своего мужа. Нифига там скорость. Машин, нифига там шестерка летит. Так, светофор тут сломанный. Не достать. Стремянка у меня есть. Во. Вот это баба. Тут я понимаю. Бабы на все руки. Так, нам надо перейти дорогу. Так, гвоздодер. Гвоздодером разбить светофор, что ли? Нет, не разбить, а открыть. Так, вывернули. Слишком короткий, а синий. Блин. Так, электрический щит. Так, а вот и длинные.
смысле слишком короткий. Так, красный с красным. Все понял. Готово. А, лампочку не ставил. Нужен красный свет. Ха, кровью замазал. Теперь бесконечный красный свет. Все те же две машины. Такое чувство, как будто они там круги нарезают. Нет, только не это. Скорая помощь. Так он живой или нет? Что-то я не понял. Игра Коваля Анатолия. Графика Коваля Анатолий. Один человек, что ли, делал? Блин, я так понял, что ребенок жив. То есть он сбросился. Бегал по крышам. С этим змеем. И... упал, наверное. Подождите, а если упал, то он должен был приземлиться вот где у мужика того Борова стояла машина. Если с другой стороны дом только. Непонятно, вроде он живой, вроде нет. И она тоже лежит на кровати. То ли потерял двоих. То ли в психушке там, или где там в тюрьме сидит, лежит. То ли чокнулся. Тут вообще можно думать несколько вариантов, но автор почему-то не сделал четкое понятие конца игры. В любом случае, жесткая игра, очень жесткая. Красивые рисунки. В игре музыка хорошая, атмосферная, но очень жестокая какая-то игра. Как и сама жизнь. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Что-то грустно после такой игры. Всем удачи, всем пока. Не пейте, не обижайте своих детей. Счастливо.